7 часов утра эти рыбаки заняли выжидательную позицию на запруде реки Нара. Среди них и руководители предприятий, и работники чином пониже. Тут перед мутной гладью воды и смиренным поплавком все равны. В этот раз на спортивную рыбалку приехали профсоюзы из 8 предприятий района. Здесь и водоканал, и теплосеть, и электросеть, еще несколько организаций. Такой способ проведения досуга для них стал уже традиционным. Мы сюда приехали, потому что, во-первых, место нравится здесь, природа. И здесь отличный коллектив вот на базе спортивного рыболовства. И этого дня люди ждут целый год. Некоторые участники приехали целыми семьями. Причем, как и в прошлом году, удача была более благосклонна к девушкам. Самый крупный улов достался именно им. Несколько крупных сомов значительно увеличивают отрыв от соперников, которые стоят на противоположном берегу. А вот рыбаки из профсоюза Одинцовского водоканала решили взять количеством. Мы уже 4 десятка поймали, но в основном это, конечно, мелкая плотвичка. Хотя поймали и карпиков хороших. Ловим на все, и на кукурузу, и даже на креветку. Особенно строгого регламента у соревнований не было. Все участники привезли свое рыболовное оснащение. В основном это обычные удочки. А что висит на крючке, это уже секрет рыбака. У каждого своя неповторимая методика. К примеру, инженер Роман из Одинцовской электросети для подкормки рыбы использует небольшой радиоуправляемый катер. Главное условие участия в рыбалке – профсоюзный билет. Несмотря на то, что многие уже забыли, что такое профсоюзы, для работников муниципальных предприятий – они обычное дело. И по мнению некоторых руководителей, это и помогает организовывать подобные мероприятия. Людям можно дать, за их работу в субботу и воскресенье, которые они работают, и в ночь, и в день. А ставим мы им все-таки там 8 часов. Они работают практически круглосуточно. И они должны отдыхать. Рыбалка продолжалась несколько часов. За это время были испробованы все известные способы ловли на удочку и различные насадки. К примеру, вот этот улов попался на макароны. Зеркальный карп, грамм на 300. Ух, хайлю! Крючок оторвал собака. В итоге самый крупный улов на соревновании по спортивному рыболовству среди профсоюзов был у рыбаков из электросети. Видимо, талант инженера помогает и на рыбалке. Они поймали 18 килограммов рыбы. Кубок за второе место получили представители ОАО «Нора Асанова». Третье место завоевали рыболовы из Шарапова. Георгий Алышев, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».